В Гомеле ребенок погиб, играя с воздушным шариком. Спасти 2-летнего мальчика, прибывшая на место бригада скорой помощи, не смогла. О страшной трагедии материал Александра Добрияна. Самый обыкновенный воздушный шар. С ним ассоциируется радость, детский смех, поход в цирк или прогулка в парке. Все, что угодно, только не смерть. До недавнего времени так было и в большой гомельской семье. Злополучный шарик принесла из школы старшая 11-летняя дочь. Девочка попыталась его надуть, но не смогла. Тогда ее 4-летняя сестра понесла шарик в ванную комнату и стала наливать в него воду. Игру попыталась остановить мама. Она забрала шарик и вылила из него воду. Но в этот момент шарик выхватил младший ребенок. Держа его во рту, он принялся прыгать на кровати и при вдохе заглотил. Инородный предмет закрыл дыхательные пути и препятствие воздуху, то есть он не смог дышать, задохнулся. 2-летний мальчик задыхался на руках матери. Освободить дыхательные пути сына самостоятельно женщине не удавалось. В это время старшая дочь вызывала скорую. Усилия медиков также оказались безрезультатными. Ребенок умер в машине скорой помощи. От квартиры, где произошла трагедия, до приемного покоя больницы всего пара кварталов. Однако это был тот самый случай, когда счет идет на секунды. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ «Гомель».